Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, chwała Chrystu. My przyjechali z Białorusi. My bardzo szczęśliwi być tutaj. Там вы можете побачить нашу группу, 50 человек, и молимся. Молимся за правды, как на наступный год нас было уже 100. Мы с трех парафий, Борисова, Менска, а так само Жодина. И за правды, это провид Божий, что мы опынулись тут. Потому что у каждого была причина не поехать. Некоторые из нас поступают зараз в университеты, так само молимся, как яны поступили. Некоторые працуют и могли б не отрымать отпуски. Але мы тут. Мы тут, как молиться разом с молодью с Франции, Италии, Германии и, конечно, Польши, с якой мы чуемся особливо родными. Мы уже нашли шмат сябров. И мы спадзяемся, что эти сувязи будут еще крепши. Будуть крепнуть с каждым годом. Мы только что приехали от святого и благословенного Станислава Бабчинского. И я, саправда, уже была несколько раз там. И это сябровство чуется. У Иисусе Христе мы все разом, и живые, и померлые. Хочу быть разом. Хочу быть разом с Богом, хочу быть разом с вами. Великий, великий дякую Пану Богу за эту махчимость. Спадзяюся, что еще побачимся. Шчасть Божия!